часа дня, мы только пришли с обеда. Столовая у нас работает еще полчаса. Поэтому сейчас заходим, показываем все. И самый лучший официант, говори. Hello, this guy, he eat too much. He finished all our food. Please, take him away. Thank you. It's a problem for Egypt. Для тех, кто не понимает, говорит, заберите этого парня назад, потому что он нас объедает и людям не хватает. Он съедает все сам. Так, заходим в столовую, показываем. Вот это у нас столовая. Оп, нас встречает дьявол, пожелайте. Да, вот еще один дьявол. А вы упали. О, сынки. Не, я сюда. Так, значит, сразу идем налево. Тут у нас первый стенд. Хлебобулочные изделия. Конечно. Каждый день пробую что-то новое. Все очень вкусное. Так, следующий стенд – салаты. Практически все уже перепробовал, каждый день добавляют одно-два блюда убирают. Вот такая вот у них стоечка, жареное мясо. Повар, шеф! Все ребята очень приветливые, веселые, все на приколах, скучать я не буду. Так, сегодня у них, я смотрю, макароны появились, макароны еще не кушали. Так, на чем я закончил? Какая-то разновидность рис с овощами. Жареное мясо. Так, тарелки. Есть два вида тарелок. Большие и вот они маленькие. Сразу вам говорю, маленькие тарелки даже не смотрите, можете не брать. На них абсолютно ничего не помещается. Такой лайфхак. Заходим, берем две большие тарелки и накладываем еду. Так, и последний у нас стенд. Сладкая кондитерка, пирожное. Так, наверху, если с собой идете на море или взяли какой-то экскурсию взяли, я всегда захожу, беру целые апельсины. Так, последний стол, резанные фрукты. Так, сегодня финики закончились, сейчас их поднесу через 5 минут. Апельсины, яблоки. Есть еще бананы. На этом, я думаю, все. На территории еще у нас два ресторана, индийский и итальянский, ну еда там практически не отличается, поэтому смысла ходить туда нет. Единственное, в чем разница, там еду приносят вам официанты. Тут вы набираете сами. Всем спасибо, пока. Так, первое утро в Египте. Показываю свой номер. Значит, так, начинаем. Чайник и... из кафе чай. Чай я не пью, поэтому, наверное, так и останутся все нетронутые пакетики, только в конце заберу. Холодильник. Две бутылочки воды. Без газа, обычные, для того, чтобы чай заваривать. Проходим сюда. Так. Туалет. Душ.
Что у нас тут написано? Инструкция по пользованию полотенцами. На русском языке нет, но написано так. Если хотите, чтобы вам меняли полотенца, не вешайте их, а кидайте их просто на пол. Кину полотенца на пол. Пускай меняет. Так, идем дальше. Так, вот такой вот штук. Открываем сейф. Сейфом пользоваться очень легко. Набираем любую комбинацию. Он ее запоминает. Так, я всегда пользуюсь номер дома и квартиры. Так, все, закрыли. Так, что у нас тут? Телевизор, Samsung. Большая инструкция, глажка 12 евро. Все стоит. Клиника. Тут лучше не болеть. Любое обращение к доллару за осмотр 60 евро, это почти 2000 гривен. Дороговато. Так, вот такой вот шкаф. Самый главный бонус этого отеля. Показываем, выходим. Значит, на балкон. Что мы видим? А мы видим, что мы в Бердянске. В аквапарке. Аквапарк работает с 9 утра до 5 вечера. Вроде бы рано, до 5, но тут в 5 уже темнее. Так что нормально. Да, вышли на балкон, вчера только зашел, не увидел. Сломал столик в ухнарь. Сейчас пойду, буду узнавать, во сколько все мне это обойдется. Или может у них в All Inclusive включено тут. Стоимость мебели тоже, было бы неплохо. Так, ну все, иду в столовую за завтраком. А, да, забыл одну вещь. Ничего застилать не буду. Первый день оставлю им $1. Посмотрим, что они сделают в номере. Потом сделаю, чтобы они, наверное, не убрали, но уже ничего оставлять не буду. И сравним, как они тут работают. Аквапарк, поэтому отель так и называется Sea Club Аквапарк. На нем все горки, как и, можно сказать, Бердянский аквапарк, Донецкий. Есть унитаз, его называют все унитаз. Несколько горок прямых и трубы, длинные и короткие. Очень сильно напоминает Донецкий аквапарк. Он окружен небольшим бассейном глубиной 10 метров. Но течения нету и плавают только на лодках. Сейчас буду проходить, скоро покажу. Лодка трехместная, ну, выдают одному, двум или трем человеку. Так, справа у нас находится теннисный корт. Отель заполнен на 30%, поэтому теннисный корт практически всегда пустой. Можно прийти играть в любое время. А так, по записи все бесплатно, только если играете вечером. Подсветка платная. Темнеет у нас, как и в Украине, где-то в 5. 5 до 6. До 6 уже очень темно.
волейбольная площадка. На волейбольную площадку тяжело насобирать две команды, поэтому мы играем на территории другого отеля, там где море. Но вот там песок очень жесткий, можно пораниться. У нас песок хороший, лучше играть здесь. Видел какое-то гнездо. Не знаю, видно или нет. Птиц тут очень много, воробьев. От нас улетели. Прилетают они, значит, в Египет. Так, вот вид на аквапарк с другой стороны находится. Посетителей мало, потому что они, наверное, купаются на море. Таким трехметровым забором с кустарника, потому что прям за ним уже начинается пустыня. Посетителей нашего отеля где-то процентов 90 это арабы, процентов 10 украинцы. Русских практически нет, ни одного не встречал. Были, по-моему, семья из Беларуси. Так, на эти горкочки. Самая прикольная горка. Лично мне на ней больше всего нравится, полностью как в Семиизе, может быть немного высота у нее пониже. Так, ну кататься я не буду, просто зайду, покажу вам. Как правило, люди, которые заезжают первый день, на море не попадают, но целый день убивают время в аквапарке. Лично я тоже на море попал на третий день, первый день полностью провел в аквапарке. Так, это мы на предпоследнем этаже. Так, первая синяя горка. Простой вкус. Желтая, немного покруче, скорость быстрее. И три параллельных. Труба. Трубы все очень темные, свет не пробивает, когда едешь, вообще практически ничего не видно. Сейчас дашь интервью. Весь персонал, все работают на камеру, как видят, их снимают, начинают рассказывать истории, анекдоты и так далее. Привет! Почему никого нету? А? Почему никого нету? Я? Я не одет. Привет! А ну расскажи, какая самая лучшая горка? Расскажи про наш аквапарк. English. Speak English. Speak English. My name.
Yes. And my own job? No. Go to this aqua park, we are the best. And so on. Aqua park is the best aqua park. Yes. Наверное, очень устал, стесняется. No smoking, no smoking. This is last day you walking. It's joke, joke. Hello. 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 I am. Yes. Where is people? Ah, where people? No, no people. Yes. Главный dangerous. Danger? He is dangerous. Yes, dangerous. Очень опасный, говорит, это гангстер, местный гангстер. Yes, she is gangster. Yes. I am Ahmed. You? I am Sergey. I am Sergey. Nice to meet you, my friend. Nice to meet you too. And you. Hello, guys. Tell about you some words. I don't understand Ukraine. Украину не понимать? English. English, yes. Yeah, what did you say? What? What did you say? Tell about aqua park. Yeah, this is all aqua park. We start from ten o'clock till 12 o'clock, and we close the site and we open the site. Стреляй! Shoot me! Shoot me! Oh! 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 You kill me! You kill me! Слава Украина! Слава Украина! Героям слава! Thank you, thank you. Very, very. Очень приятно. Очень приятно тоже. Nice to meet you. Мухаммед Сергей. Друзья, friends forever. You and me. А я все запущу. Action камера. Вот это будет самые лучшие видео. Камера супер, да? Готово? Да, да. Сюда лучше. Так. Не знаю, видно вам или нет. Я первый, там я унитаз. Да. Вид нашего отеля сверху. Да, маленький аквапарк для детей. Дальше море. Именно туда мы ездим купаться. На автобусе это занимает 2-3 минуты. Но это даже плюс, что море от нас находится на таком расстоянии. Показываю другую сторону. Настоящую пустыню. Все отели недостроены. Мы там проходили, стройка практически не ведется, так и стоят в полузапущенном состоянии. На этом все. У нас на территории отеля расположен спортклуб. Вот. А мой друг, он хочет знать, кто больше чем. Люди in English. Любит заниматься. Первый английский, для второй Ukrainian, третий Russian. Thank you very much. It's very, very interesting statistic. Египетский это последний. The last. В общем, разговорились мы с этим молодым человеком. Он рассказал, что самые большие спортсмены это англичане. На втором месте, как ни странно, украинцы. Вот в таком. Я думал, если честно, наши сюда приезжают только есть и спать. Оказалось наоборот. Вот такой вот спортзал. Посетителей никого.